На майских праздниках над Польшей пронесся шторм. Специальные службы говорят о сотнях интервенций, тысячах людей без электричества. По состоянию на воскресенье без электричества осталось более 19 тысяч людей. В Люблинском воеводстве в селе Терешполь образовалась торнадо. Ветер ломал деревья, срывал крыши и повреждал транспортные средства. По предварительной информации, повреждены 15 крыш жилых и 17 хозяйственных зданий. Самое главное, пострадавших нет.